В этом видео я расскажу, как можно скачать музыку с контакта в браузере Google Chrome. Для этого открываем саму страницу ВКонтакте, переходим в настройки браузера, дополнительные инструменты, инструменты разработчика. Вот здесь вот в меню выбираем Network, Media. Запускаем понравившуюся песню. Вот она у нас появилась. Дважды кликаем по ней. Скачиваем. Все, закачка у нас пошла. Теперь нажимаем вот на стрелочку «Показать в папке». И вот у нас сама песня. Если данное видео было вам полезно, не поленитесь, поставьте лайк.